Кали Европа должна показать, что она не просто единый экономический проект, но и способна себя защищать, заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс в ходе пресс-конференции в городе Кали на севере страны. Сложилась ситуация, в которой Европе необходимо показать, что она объединена не только экономическими вопросами, но и способностью защищать себя и свои ценности. В июльской истории с кризисом в Греции мы показали, что если Европа хочет объединиться, когда она солидарна, то может осуществить очень важные вещи, сказал Вальс. Он отметил, что Франция прикладывает немало усилий для решения проблемы с мигрантами и Европа тут, рядом. Мы просили и получили, вместе с Германией и Великобританией, внеочередную встречу глав МВД 28 стран-членов ЕС. Она состоится 14 сентября. Это позволит нам продвинуться в конкретном направлении и найти эффективные и долгосрочные решения, отметил французский премьер. Нелегальные мигранты, проживающие в департаменте Па-де-Кале, ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании. За последнее время число попыток незаконного пересечения пролива измеряется тысячами, с начала июня погибли по меньшей мере 10 мигрантов. В настоящее время в Кале находится более 3000 мигрантов. Их число значительно возросло в последнее время. Большая часть мигрантов бежала во Францию из Эритреи, Судана и Сомали. Все они стремятся в Великобританию, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.